В развалинах детского лагеря наткнулся на местных. Похоже, чужаков они не любят. Но я должен добраться до плотины. Мой передатчик нахлебался воды, так что ответить на вызов с Авроры я не смог. Аня волнуется. По дороге стоит проверить церковь, это приметный ориентир. Алёша может ждать меня там. Чужак, иди своей дорогой! Я тебе не враг! Ну, стреляй!
Думаешь, сколько мне тут торчать? О, смотри, а вот и второй. Я же говорил, что тот не один был. Но снимаем его тогда и в лагерь. Пусть тем вторым сидят. Э, панеры, вы чего? У вас уже есть один, а этот наша добыча. Он на нашей территории попался. Ха, а сетка моя, ясно? Ну а чего ты ее у нас поставил? И вообще, у тебя уже рюкзак чужака есть. За рюкзаком я сам нырял. Ты небось засал. Кто засал? Вы же пираты, у вас и лодок больше. А этого мы ведем на лесной суд. Сыкуны вы все. Это чужак, значит враг. Ты что, бандит, что ли? Что учитель говорил? Что мы отличаться должны от них? Забыл? Слышь ты, умно и сильно. Сначала учитель защищаться говорил. Это потом уже он начал... Забыл, что чужаки тут творили. А он чужак и должен умереть, чтобы потом других не привел. Так, хватит. Сначала лесной суд. На нем и решим, к столбу или нет. Разрывной! Разрывной стреляй! Зажигалку кидай! Уходите! Уходите, ребята! Что, гад, выбрался? Ты молодец. От хозяина леса выйти не каждому дано. Не каждому совсем. Ты опасный, значит? Чёртов рюкзак. Пожадничал я. Ну, стреляй или вали. Мне готовиться надо. Может, Женька пират живой еще? А с Петрухой что? А что ты думал? Хозяин его одним ударом. Да и Женьку тоже, наверное. Пока ты добежал, пока мы туда...
Даже если так, то что? Надо хоть тела отбить, а то скажут, что струсили. Точно. Пошли скорее тогда. Пошли. Только как мы его проморгали-то? Да что же хозяин? Он же умеет тихо ходить. Ну и отвлеклись мы. Там еще один чудак в ловушку попался. А Женька-пират орать начал, что вся добыча его. Ну или хотя бы ботинки. Еще один? А Ольга чего молчала? И с нами не пошла. Странно. Кстати, где... Да там и висит, если хозяин не добрался. Тогда тем более скорее надо. Да, давайте в темпе. Не везет мне. Вечно вожатый. Это что там за тень такая? Женька! Уже учителю экзамен сдает. От хозяина ушел. А от смерти.
собрание созвали? Это говорите первые. Вы не чтите завет учителя. Это как это? Тревога, ребята! Здесь чу... Учитель говорил, читать надо. Вот мы в нашей книге и вычитали. Ну, раз ваши, то и нападайте сами. А мы не станем. Учитель перед смертью говорил, нельзя убивать всех подряд. Сначала судить надо лесным судом. Ха, ничего другого мы от вас и не ждали. Ничего, сами справимся. И когда второго словим, сразу к столбу приколотим. Он же не бандит. И девчонок не обижал. Он только защищался. За что его к столбу? За то, что чужак, что ушел к нам как бандит. Так что мы его приколотим как бандита. И только вякните потом, что мы бандиты. Это что, угроза? Предупреждение. Так, объявляю собрание закрытым. А теперь, по законам гостеприимства, отведайте нашей еды. Ну, эй, всех дураков. Ты что замок там? Есть еще. Эй! А у меня тут что-то. Слышь, Санек, сбегай, проверь, что случилось. Ага, сейчас. Случится как с ним. Думаешь, сколько ведь кубу стоит? Я что-то не понял. Кто тут старший? Да я знаю. Робот вернется и решит. А что? Я просто думаю, зря мы его так. Это же не он обманывал, а его чужак облапошил. Так уже его Олька отвлекла. Ну так его и не за обман, а за глупость. Нельзя же так на посту уши развешивать. Хорошо, этот чужак просто... Это там сейчас что наверху было, а? Да что ж такое? Я лучше так сыграю. Редзя, дом! Перезаряжаюсь! Чуть-чуть! Проходите! Получай, скотина!
чайка! За дерево! Сволочь! Прижал чужака! Ну давай, давай, все вы не... Нечего было нападать, теперь не спрячешься! Выходи, трус! Или ты только из-под тишка нападать и можешь? Дети совсем выросли.
Они смогли построить в лесу настоящее общество. Они полностью обеспечивают себя всем необходимым. Смогли защитить себя в множестве стычек с животными и людьми. Они даже производят весьма сложное оружие. Причем разработали его совершенно самостоятельно и показали мне лишь готовый образец. И в то же время они все еще чтят кодекс. Правда, он стал для них чем-то вроде Святого Писания, а я сам, похоже, превращаюсь в какого-то мессию. Похоже, я дал им все, что мог, и теперь пора отойти в сторонку. Они уже большие. Справятся. Ребята, там внизу. Это мне показалось, что ли?
И чё теперь? Оба в отключке. Не, ну ты сам, бля, попробуй! Реально же напряг! Да я сразу говорю, кончать их и не париться, все равно не скажешь. Ты бы повисел на столбе, Гитлер, когда волки ноги отжирают. Небось, по-другому бы заговорил. Чё-то у тебя обе ноги на месте. Может, они тебе что другое отъели? Thank you.
чем ля замер... Мазы тут. Чё-то мне тут... Не факт, реально не факт. Как галима какая-то, сразу я. Как ништяки, так хер. Эх, мы... Только бы, сука, отсюда выбраться. Ну их нахрен такие темы. Мне тут реальная измена на постой. Валить надо на ходу. Как там она? Дальняя дорога, воровской интерес, ему незнакомец. Там держала щамаса. Конкретно мне без мазы с существом. Сука, хлебалом не пощелкать. Что ли мы тут делаем, бля? Чисто засада. Херовое место. Вот че было. Без мазы тут. Конкретно, бля, без мазы. Существа. Что ли мы тут делаем, бля? Чисто засада. Братва вся по центровым хазам. Херовое место. Любой лох пристрелить может. Без мазы тут. Конкретно, мля, без мазы. Существа. Фигли мы тут делаем, мля. Чисто засада.
Херовое, бля, место. Любой лох пристрелить может. Без мазы тут. Конкретно, бля, без мазы. Существо. Фиг ли мы тут делаем, бля? Чисто засада. Херовое, бля, место. Любой лох пристрелить может. Без мазы тут. Конкретно, бля, без мазы. Чисто засада. Херовое, бля, место. Любой лох пристрелить может. Конкретно, бля, без мазы. Чисто засада. Сука, на! Нахер такие расклады, на! Братва, этот чушкан тут ошкерился где-то! Ванар, петушара! Вижу козла драного! Значит, ты не с ними? Ясно. Спасибо, что спас нас, чужак. Спасибо, чужак. Как же так вышло? Прости. Ты уже на последнем экзамене. И ты сдашь его на отлично, это точно. Как увидишь учителя, скажи... Скажи, что мы... Мы все переживем, как он учил.
Опа-на, брателло, это я! Ты ж меня спас вот только что, а я наших привел. И я тут на радостях, малеха, перебрал что-то. А пацаны пока это чертей этих лесных чморят.